Правильно разместишь груз, вдвое легче идти. Никаких оков. Вид прекрасный, без эмоций. Шаг размеренный, дыхание полное. Можно подумать, что ты меня отправляешь не на практику, а на штурм Эвереста. Кофе хочешь? Нет. Папиросу. Что ты? Показалось. Не люблю сигаретного дыма. Это Валерка. А я не курю. Правильно делаешь. Мам, а почему у нас нет семейного альбома? А зачем муль разводить? Ну, у всех дедушки, бабушки. А у меня нет даже школьных фотографий. Пока мы живы, смотри ты на меня, я на тебя, ты на меня, что недостаточно. А отец? Чей? Мой. Какой он, я хочу знать. Ты или Валерка? Да нет. Валерка спрашивает только то, что я хочу, чтобы он спросил. Так какой он? Мужчина. Слабый человек. Не выдержал одиночества. И ушел к другой? Нет. Смелости не хватило. Увели? Ну зачем ты так? Он все-таки мой отец. Ты его никогда не видела. А он меня? Я же сказала, слабый человек. Ему не разрешали. Ты выбрала профессию сильных людей. Боюсь, что рядом окажется слабый. Это бывает. Если я полюблю, то сильного.